Без паники. Нацбанк Украины официально снизил курс американской валюты. Теперь за доллар вы заплатите 8,70. Украинские банки по-прежнему пытаются удержать курс на уровне 8 гривен 90 копеек. Но аналитики считают это чистой спекуляцией. Уже завтра курс валюты стабилизируется. Курс упал не вследствие интервенции Национального банка. Вчера, в четверг, Национальный банк не выходил на рынок с валютными интервенциями. То есть это, естественно, под воздействием продавцов наших банков, то есть все хотели продать. На самом деле, ну, понятно, что чистая спекуляция. Эксперты предполагают, что доллар может опуститься в этом году до 8,5 гривен, но это произойдет лишь в случае, если политики найдут компромисс, а Россия вновь даст денег.